этом выпуске мне хотелось бы рассказать конкретно о наборе посуды фирмы Primus. Это довольно-таки интересный реализованный набор. При всем этом он выглядит позитивно, ярко и необычно. Это набор пластиковой посуды, состоящий из 6 предметов. Он бывает в позитивно ярких цветах или в довольно-таки пастельных нейтральных. Какой вам больше нравится, такой вы и выбираете. Мне больше нравится фиолетовый, пурпурный, не знаю какой это цвет, поэтому мы разберем его. Собственно, посмотрев снаружи, мы видим, что это некий ковшик с крышкой. Открыв его, мы видим еще 4 предмета. Это пластиковый набор вилка, ложка, ножик. Чашка. И, собственно, сама миска с крышкой. Также сама крышка, если вас не напрягают порезы на внутренней или наружной стороне, спокойно может использоваться как доска для нарезки. Это очень удобно. Набор довольно-таки прочный, термостойкий. Кипятить, конечно, в нем не стоит, но кипяток заливать спокойно можно. Вот, удобная ручка с отверстием под веревочку или карабин. И ложечка, которая идеально подходит для данной глубины посудины. Все сделано довольно прочно, качественно. Никаких заусенцев, зазубрин. И, пожалуй, главное, эта система очень компактно складывается. Кроме того, захлопнув ее, она еще и не протекает.